Мы попробуем нарисовать мишку, катающегося на коньках. И для того, чтобы сделать рисунок, нужно продумать композицию. Будет это одна фигурка или несколько. Ну, я, наверное, сделаю одного большого медвежонка, второго малыша. Поэтому я располагаю рисунок немножечко правее от центра. Итак, приступим. В форме капельки у нас голова. Теперь я сделаю шарфичек. Раз мишка катается, шарфик развивается. Волнистая линия подчеркивает движение. Ну и само туловище. Можно нарисовать капельку ровно. Тогда он будет как бы стоять или только-только начинать разбег. А можно сделать немножечко наискосок. Продолжим мы сейчас туловище рисовать. И вот где-то вот так, чуть с наклоном, сделаем свой рисунок. Ну, здесь будет какой-то хвостик. Ручка в сторону, лапка. И на этом уровне с противоположной стороны вторая лапка. Нога опорная. Наверное, здесь будет ботиночек. Рисуем коньки. А вторая ножка будет идти в сторону, то есть он оттолкнулся и поехал. Мы ее сделаем вот так. И, конечно же, нарисуем конек. Ну вот. Носик, глазик, улыбочка и ушки. Это ушко ближе к нам, это дальше. Оно чуть короче. Вот где-то так. Вот получился медведь на коньках. Для того, чтобы зарисовать второго в паре, мы начнем не с головы, а с ручки. А дальше, ну, практически то же самое. Голова в форме капельки. Шарфик. И туловище. Хвостик. Это будет такой малышок. Ушко. С противоположной стороны ручка. И ножки. Я думаю, здесь совсем не сложно нарисовать ножку приподнятую. Вот получился у нас такой рисунок. Затем мы можем приступить к разукрашиванию. Намечаем полосочками, как у нас будет шарфик завязан. Ну и понятно, что коньки оставили свои следы. И второй план. Это может быть все что угодно. Деревья, домики, лес. Кому как нравится. Можно приступать к раскрашиванию этого рисунка. А я вам покажу, как это будет выглядеть уже разрисовано на белом фоне. И теперь на черной бумаге. Мы можем сравнить эти рисунки и выбрать то, что нам нравится, какой вариант нам интересен. Я думаю, что и на черном получилось интересно, и на белом фоне этот рисунок выглядит очень даже симпатично. Еще хочу обратить ваше внимание. Я показала разные растения. Вот елочки. А здесь деревья одинаковые, но здесь уже есть какой-то фон неба, так как это холодно, то у нас идет розово-сиреневый карандашик. Всем приятных рисунков!